Здравствуйте, я Виктория Яковлева, а вы смотрите «Полезные советы». Я обычно рассказываю вам о том, как провести день. Итак, 17 декабря, с самого-самого утра нужно обязательно улыбнуться самому себе и сделать хотя бы маленькую, но все-таки зарядку. Почему? Потому что утро будет наполнено настолько энергией, что если вы ее не прокачаете, она дальше просто может порвать вас. А вот уже после завтрака можно немножко расслабиться, подумать о жизни, подумать о том, что для вас есть хорошо, а что плохо. Потому что для каждого человека это разное понятие. Почему именно в этот день? Считается, что именно в такой день Ева соблазнила Адама. Но мы с вами знаем, что в принципе главным виновником этого события был все-таки змей, змей-искуситель. Плохо это или хорошо, опять-таки, решать каждому из нас, потому что, с одной стороны, вроде как, они были изгнаны из рая, с другой стороны, все-таки, появились мы с вами, наше человечество. Вот же в этот же день нужно обязательно решить, что для вас есть зло, что есть добро и где сидит ваш змей-искуситель. Понять это и бороться с ним. И ничего не бояться, и улыбаться весь день. Помните об этом. Тогда день пройдет спокойно и хорошо.